Надо сразу брать инициативу, надо сразу забивать, когда есть моменты, когда играем 5 на 4, когда выходим 3 в 1, когда у нас, когда мы можем перехватить инициативу. Тогда надо забивать, а не когда уже счет 0-2, там 1-2, и мы там шашками на голову там летим, и соперник закрывается и отбрасывает просто шайбу. Конечно, тогда уже тяжело вытаскивать игры. Но вот надо с самого начала выходить и реализовывать то преимущество, которое мы создаем. Такое количество моментов, 4 штанги, можно ли говорить о невезении каком-то фатальном? О невезении можно было бы сказать, если бы это была бы одна игра, там, если бы мы бы там шли бы там без поражения, если бы мы там в каждой игре бы забивали по 5-6 штук, и сегодня бы так бы вот произошло бы. И мы бы могли бы, да, наверное, сказать бы, что ладно, забыли, идем дальше и так далее. Но у нас в каждой игре, и значит, что-то надо как-то покопаться и делать выводы и разбирать это, потому что, ну, так же не может быть, что у нас там уже последние там месяц-два мы по штангам там швыряем. Значит, что-то где-то мы не дорабатываем. Значит, надо на тренировку вкладываться в эти моменты, которые мы тренируем. Вот вы часто говорили о том, что нужно забивать трудовые шайбы, набрасывать на пятак, копать. Сегодня у вас было, вот чисто в вашей тройке было два момента. Ну, почему вот не удается забивать вам? Или вот у вас что-то разладилось в игре? Да, знаете, во-первых, сегодня побольше, по-моему, моментов даже было. Ну, вот я бы даже не сказал, что их два, там, по-моему, был момент 3-4 точно, из которых можно, кстати, выжимать. И я скажу, что в каждой игре у нас как бы немало моментов. Мы 4 на 5 выбегаем, там 2 в 1, там, и в 0 выбегаем. И у нас моментов-то полно, как бы. Почему? Да, это хороший вопрос. Почему? Не знаю, значит, мы не заслуживаем. Потому что, ну, как-то везение, не зря же говорят, что удачно заслужить. Наверное, мы где-то не заслуживаем. У меня как бы можно... Знаете, такая ситуация не везет. Ну, а что нам с этим ждать, когда она начнет вести? Да нет, надо, значит, как-то перерабатывать.